В минувшие выходные в микрорайоне Буурча-Каменка в спортивном зале «Реал Спорт Джим» состоялся республиканский турнир по вольной борьбе. В нем приняли участие около 100 юных спортсменов со всех уголков полуострова. Организаторы соревнований поставили перед собой амбициозные цели. Проводим мы с целью развития вольной борьбы в Крыму, потому что мы хотим, чтобы через 4-5 лет у нас были чемпионы континентальных, мировых и европейских первенств. Выходили мы за здоровую нацию, за здоровый образ жизни. За это мы хотим, чтобы именно крымские татары с Крыма выходили чемпионы мировых и европейских первенств. У нас олимпийская система судейства. Насчет подготовки спортсменов, здесь для начинающих. Есть спортсмены, которые призеры Крыма. Подготовили ребят, привезли. Ну, с разных районов приехали. Перед участниками соревнования стояла задача составить правильный тактический план схватки. Быть не только решительным, но и выносливым в борьбе с противником. Схватки проходили в трех возрастных категориях – среди детей от 8 до 16 лет. Каждый из юных спортсменов старался показать свое мастерство и достичь максимального результата. У меня уже была одна схватка, я ее выиграла. Сегодня сильные соперники. Сам я приехал из Симферополя. Соперники достойные, и сегодня будет трудно бороться. Я принимаю сегодня соревнования, чтобы показать свой уровень борьбы, показать свою технику. Мне очень понравилось принимать это участие, потому что очень хорошо организаторы установили эти соревнования. Борьбой я занимаюсь 2 года. Мне борьба просто нравится, это отдавать отпор другим. Я думаю сегодня, что себя хорошо показал. Это активный вид спорта. Здесь развивается как и физическая подготовка, так и, человек становится крепким. Хочу стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, выиграть олимпийские игры. На данный момент у меня вот такая цель. Республиканский турнир проводился в честь заслуженного тренера Украины, мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона Узбекистана, заслуженного работника физической культуры и спорта Крыма Ахтема Муратова. Всю свою жизнь Ахтем Бей посвятил спорту и тренерской деятельности. Для меня это сюрприз. Честно говоря, я даже не знал. Мне просто сказали, чтобы я был на этих соревнованиях. Это мои ученики организовали этот турнир. Соревнования для детей очень нужны, тем более массовых проживаний крымских татар. Значит, дети здесь соревнуются, повышают свое мастерство. Ахтем Муратов вот уже более 25 лет тренирует спортсменов на родине. Его воспитанники и сами уже начали тренерскую деятельность. И каждое такое соревнование – это шаг вперед для развития спорта в Крыму.